На Маковского столкнулись три автомобиля. Катализатором аварии стал подрезавший всех автомобиль. Улица Маковского в районе остановки Седанка. Со стороны города по средней полосе движется автомобиль Toyota Ipsum. Неожиданно для водителя с крайней левой полосы на среднюю перестраивается машина. Водитель Toyota Ipsum бьет по тормозам. Вслед за минивеном останавливается Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находится девушка. А вот следующий за внедорожником водитель мини-грузовика Nissan Atlas не успевает сориентироваться и на полном ходу врезается в него. Первая машина остановилась, вторая, третья. Я тоже по тормозам пытался уйти от столкновения на левую сторону. Ну вот, догнал. Все. То есть вы догнали прадика, да, стукнули, а тот уже Ipsum? Ну да? Тот отлетел, ага, туда. Передний водитель тоже, который шел за той машиной, которая подрезала, остановился, вышел. Сказал, что так и так, вот это. Мы спросили, у него есть регистратор, он говорит, нет. И все. Он уехал, мы остались. В результате дорожно-транспортного происшествия машины получили серьезные повреждения. В момент столкновения девушка за рулем Toyota Land Cruiser Prado ударилась головой. Подоспевшие к месту происшествия медики оказывают первую помощь пострадавшей. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам полиции.